Итальянка Мара Навария победу на этапе гран-при по фехтованию на шпагах в Дохе посвятила своему тренеру Олегу Пузанову, скончавшемуся в прошлый четверг. В столице Катара фехтовальщики разыгрывают не только комплекты медалей, но и ведут борьбу за рейтинговые очки в зачет олимпийской квалификации. В титульном бою сошлись Навария, чемпионка мира 2007 года, олимпийская чемпионка Пекина немка Брита Хайдеман. Навария все время вела в счете, одержала победу 15-12. Это второй большой успех в карьере 30-летней итальянской фехтовальщицы. Бронзовые медали достались россиянкам Татьяне Лагуновой и Яне Зверевой. Зверева полуфинальный бой проиграла Хайдеман, а Лагунова Навария, которая после победы не скрывала эмоций.